Победительница финала Кубка России, занявшая 6-е место в женском одиночном катании, Вероника Еметова. Мощнейшее впечатление произвела своими как короткой, так и произвольной программами Вероника Еметова. Еще одна уральская молния, уральская жемчужина, уральский самоцвет, если позволите. Спортсменка, представляющая город Екатеринбург, и здесь в Челябинске имеющая огромное количество личных поклонников. Энергетика Вероники Еметовой – это что-то невообразимое, это что-то неповторимое. Совершенно потрясающий, даже не образ, а потрясающую атмосферу создает на льду эта спортсменка. Мне довелось ознакомиться с некоторыми относительно критичными высказываниями зрителей по поводу Вероники Еметовой в нынешнем сезоне. Я вас уверяю, нужно обязательно смотреть эту спортсменку на стадионе. Ни одна телевизионная картинка, даже столь блистательная, как на Первом канале, не передает той фантастической энергетики, какую транслирует Вероника на трибуны. Ее всегда очень тепло принимают, просто потому что она – это и есть энергия. И, конечно же, move on the season for the second year in a row. Второй год подряд вот это движение сезона, оно, так названное Максимом Троньковым, к слову, оно покоряет публику и становится фирменной фишкой Вероники. Блистательное выступление, в том числе и в показательном номере.